И всем привет, уважаемые друзья, с вами Мошт, и сегодня мы начинаем прохождение второй игрушки на канале, а именно Kingdom New Lands. По-моему, она называется как-то так. Эта игра была предложена самым первым активным подписчиком, за что ему большое-большое спасибо. И я почитал про игрушку, она вышла, как я узнал, недавно, хотя я про нее совершенно не слышал, не знаю почему. И здесь нужно собирать свою армию и улучшать свое королевство. Менюшки в игре толком нет, только вот после начала игры. И нам сразу дают короля. Где призрак нам показывает, что нужно куда-то идти. Давайте пойдем за ним и посмотрим. Нам сразу дают свои монеточки. Хорошо. Вот оно. Опа! То есть мы обосновали наш с вами первый лагерь. У нас есть два человека. Они у нас ничего не делают. Ну ладно. Положим лук, да? Мы покупаем лук. И кто-то берет его, нет? Мы подходим к человеку и вербуем его за монетку. Я понял. Интересная задумка. И он еще и охотится. То есть он уже купил нам все. Ну-ка. А тут молоточек. Кто? Да, бежит, ребята, бежит к молоту. Хорошо, отлично. Караван. Так. С караваном можно каким-то образом контактировать? Вот он пришел и... Не работает пока караван, ладно. Идем дальше и проверяем, кого мы можем с вами найти. Видим одного. Двух наших новых жителей. Я понял. То есть вербовка работает вот так вот. Мы должны искать свое войско, да? Ой, нет. Пока мы сюда с вами не пойдем. Не хочу. Я предлагаю, наверное, построить что-нибудь еще, предположим, вот тут. Что это? И один лук. А, нам не хватает с вами. Это парень с молотком, да, у нас? Ну-ка, лук, давай. Что это? Это мы начали какую-то постройку, я не знаю. Ну, ладно. Ой-ой-ой, кто это? Ребята. Живи. Вы прогнали их, нет? Видели? Ребята, к нам кто-то пришел. Какие-то непонятные чудики. Ну, не страшно, мы с вами сейчас улучшим наш лагерь. У нас появился наш герб уже, мы уже развиваемся неплохо. Палатки. Ну-ка. А, у нас-то с вами нет денег. Ну пойдемте поищем еще что-нибудь. Угу. Интересно, респавнится ли тут жители? Что это? Утро? Не знаю. Давайте пробежимся. Атмосфера в игре нереальная. Вот дурак, побежал без денег. Угу. Атмосфера в игре очень хорошая. Природа, ручейки, озера. Прям вообще описывает такую вроде как спокойную атмосферочку, спокойное время, а ночью все превращается в какой-то ужас. Ой, у нас респанулся еще один поселенец. Нужно будет его тоже взять. Так, давай. Давай. Лучник, давай. Да не в меня. А тем временем у нас туман и... Ух ты! Караванщик дает нам кучу монет за сегодняшнее утро. Наверное, то, что мы выжили.
Ну что ж, не будем терять времени. Пойдемте завербуем новых ребят. Пойдемте, пойдемте. Такой модный король. Белые штанишки. Бегим. И я пошел за теми ребятами. Ребятушки, давайте к нам на базу. Давай-давай на базу. Посмотрим, что у нас еще здесь есть. Главное не нарваться ни на какого опасного противника. Что это? Сундук? Замечательно. А почему не могу бежать? Лошадь устала, что ли, меня? Ну-ка, отдохни. Отдохни или что? И это конец. Хорошо. Хорошо. Это факел? Что? Факел был до этого? Вроде нет. Ой-ой-ой, ребята, потемнело резко. Нам бы вернуться живыми до дома. Могу не успеть. Скорее, скорее, давай, лошадь. Нет, нет, скорее. Почему так быстро? А почему ты так медленно идешь, чувак? Ой, еще один. Давай, давай. Нам нужно больше людей. На базу. Все на базу. Что это? Все строим. Все строим. Все, что можем. Луки. Давай, луки. Ой-ой-ой, сколько монеток нам дали. Луки, луки. Берем луки, ребята. Что это? Ничего себе! Даже достижения дали. На второй день получить подарок. Что? Не знаю. Но это очень интересно. У нас почему-то выпадают деньги. Тратим пока все, что можем. Еще один молоточек построим. И мы снова остались без денежек. Ну-ка. У нас сейчас полно лучников. Они должны будут нас спасти. Да, вот видите. Теперь у нас из два работа, мы купили два человека с молотами. Что? Третья ночь, третье утро, третий день, не знаю. Живем, ребята? А, мы построили вышку. Вышка. А что можно еще из нее сделать? Я надеюсь, я не испортил ничего в ней. То есть можно улучшать, да, все, ну-ка. Спасибо тебе, иди домой. Да, видимо, он нам дает деньги, а мы взамен ему даем одну монету, чтобы он еще вернулся к нам. Я понял, мы построили вышку. Защита. Коса. Зачем нам нужна коса, не знаю. Не знаю, ребята. Но нам нужны деньги. У нас есть один, два бесхозных. Бесхозных поселенца. Давайте пробежимся. Может быть, мы найдем немножко где-нибудь в сундуке. В новом. Птички летают. Да? И да, я был прав. Мы находим с вами сундучок. Бежим дальше. Попробуем дойти до конца карты. Или это уже... Нет, это не конец карты. Снова какой-то ларец. Не знаю, что это. Ребят, если вы знаете, что это, пожалуйста, кому нравится видео, напишите в комментарии, вот что вот это такое. Я буду очень вам признателен. Ух ты! Значок. Ну-ка. Стоит дешево, и я получил какую-то карту. А как ее использовать?
Что это? Я, наверное. Неужели такая большая карта? О, привет. Пойдем ко мне. Бежим, ребята! Ребята, уходим! Уходим! Все, прощайте, поселенцы, я зря потратил две монеты. Все, бежим. Была очень опасная вылазка, выбежали два каких-то... Ай-яй-яй-яй-яй! Беги! Нужно дойти до базы. Давай. Дойди до базы, прошу тебя. Походу, ребятам конец. Надеюсь, те два поселенца задержат врагов. Ай, хорошо, мы успели. Лошадь отдохнула. Фух, ребята, могли проиграть сейчас. Могли проиграть, но не проиграли. Это я опять зря сделал, да? Не знаю. Это мое поселение, и я тут главный. Так что все. Стройте. Ух ты! А эта игра лучше, чем я даже думал. То есть тут можно не только свою базу обстраивать, но еще и вне базы. Какие-то там мельницы, получается, колодцы, я не знаю. Экономику развивать, да? Ну-ка, давай-ка мне еще... Ай, не хватает. Так, ребята. Я вот честно играю в игру уже первый раз. Не знаю пока, что нам нужно в первую очередь. Улучшение замка или что-то еще. Ну, я думаю, что у нас повысится оборона, наверное. Давайте попробуем, лишним не будет. Ух ты! Хо-хо-хо. Я не знаю, что это. Это какой-то дворец, наверное. Окна. Это... Как его? Глашата или как его? Наверное, да. Который рассказывает все о короле. То, что о приказах и всего такого. Ну-ка, давай. Коса. Зачем нам нужна коса? Угу. И он идет с ней. Может, это какой-то воин, я не знаю. Крестьянин. Лук. Да, давайте еще один лук. Чем больше лучников в королевстве, тем лучше. Это что? Я это не строил. Хм, интересно. Очень, на самом деле, интересная игра. Давайте-ка вот тут построим еще что-нибудь. Спасибо. На добром слове, не знаю. Может быть, это дань какая-то. Налоги. Поехали дальше. Поехали. Так, нанимаем еще двух человек, и к нам снова идет купец. Хорошо. А что сделать с оленями? Вроде как олени у нас закончились на базе. Давайте проверим сундук. Респавнится ли содержимое сундука? Не друг, не денег. Да, я как обычно, я в ночь, как всегда, на уставшей лошади иду вглубь. Молодец. Прошу прощения. Ой. Скайпик вылез. Понятно. Только, а олени, можно ли их пригнать как-то к базе? Нет, нельзя, они убегают. Ну-ка, ну-ка. Деревья, метки. То есть не на всех деревьях можно реально поставить метки. Интересно.
Опять-таки, я не знаю, для чего это нужно. Если кто сможет, напишите, пожалуйста, в комментарии по поводу того здания, по поводу вот деревьев. Мне будет, наверное, полезно узнать, для чего это нужно. Ты что? Ты чего такой медленный? Давай быстрее к базе. У меня оленя гоню. Ух ты! Я этого не видел. Опять что-то построили, пока меня не было. Ребята, вы почему строите, когда я ухожу? Ну все, у нас сейчас огромное уже. Огромное войско. Наш сторож стоит с косой. Ой, заживем мы. Наверное. У нас тут ничего не разрушено. Я предлагаю сейчас деньги с купца потратить на на одно дерево и вот на ту построечку слева. Все время мы живем снова. Спасибо. Так, куда они бегут? Давайте-ка посмотрим. Новый день, куда-то бегут наши кузнецы. Что? Это пока меня не было, на нас нападали, и они починили нашу постройку, что ли? Вот ну как, то есть постройка раз в сутки чинится, да? Ну-ка, дерево, давай. Икс. Зачем нам крест? Не представляю. Ай-яй-яй-яй-яй, не хватает ровно одной монетки. Ой. Зачем мне дерево? Не понимаю. Может быть, я могу... Я получил в плюс одну монету. Ну-ка. Посмотрим. Еще раз. Так. Да, две монетки за одно дерево. И мы построили водную мельницу. А зачем она нам? Что нам дает? Что добывает? Даже не представляю, ребята. Даже не представляю, зачем она нам нужна. И нам один из кузнецов не дал монетку. Ну-ка, отдай. Спасибо. Строим еще два дерева. Ну хорошо, хорошо. Ах, мы все. А, это мы еще расширяем наше королевство. Я понял, я понял. Ну-ка давай. Хочу еще. Стройте. Очень интересная игра, очень интересная. Интересно, будет ли по мере сложности, то есть чем дольше мы живем, тем больше врагов и тем сильнее враги. Если это так, то это просто круто. Угу. Что это? Это форпост. Садись. И его можно как-то еще улучшить, да? Караванщика не отправил домой. Страшная музыка пошла, да, караванщик без монетки остался, блин. Очень страшная музыка нагнетающая. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ребята! Защищаемся! Давайте, давайте, давайте! В принципе, мы легко справились благодаря внешнему рубежу. Но у нас, по-моему, погиб человек. А, когда он погибает, он становится обычным. То есть, как бы, нищим он становится, да? И нам нужно будет, получается, снова искать монетки, чтобы... О, вот оно как все. Ой, не надо.
Стоп, а откуда брать деньги, если я, к примеру, не отправил караванщика домой? День пятый. Мы справились, ребята. Поздравляю, мы с вами прожили 5 дней. В принципе, пока что не все понятно, но это очень интересная игра. Очень она также атмосферная. Чувствуется такой средневековый или даже древний. Древнее время, когда вот вроде ты управляешь ребятами, но все становится так сложно с каждым днем. Ну что ж, ребята, спасибо вам за просмотр. Мы продолжим с вами в следующей серии. А поэтому, если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, либо дизлайк, я буду рад всему. И всем до встречи в следующей серии, ребята. Всем пока.